Прежде чем начать видео, хотел бы порекомендовать вам Goldify. Это сервис, позволяющий бесплатно добывать деньги с помощью майнинга и мгновенно выводить их в любимые игры, в том числе и в танки. Если у вас не очень слабый компьютер и он зачастую простаивает без дела, то Goldify поможет вам подзаработать голды на премиум аккаунт или даже премиум танк. То просто качайте приложение по ссылке в описании, вводите реферальный код, чтобы получать дополнительные кредиты, выбираете игру и выбираете уровень загрузки компьютера. Больше делать ничего не нужно, теперь компьютер сам будет приносить вам золото. Ну, я просто во взводе на нем играл. Чисто взводный танк. Так. Этот бой в топе. Едем налево. Едем я предлагаю. Блин, это морта. Ну, смотри, я люблю лево просто играть. Да, да, погнали. А у меня, кстати, 53% на MX-30. За 40 боев. Блин, что-то хорошо. Хороший танчик взял. Да, да, да. Едем на СТ-шках в ущелье, сейчас семеро нас там развалит. Какая-то эпоха начинается уже. Реально нравится. Сейчас, блин, надо активацию по кнопке поставить. Чуть не разбился. По идее, Сем не успеет быстро подъехать, надо его развалить еще на подъезде. О. Твое лицо, мой ствол. Эмиль первый получает. Мы на семеро. Да. Эмиль успел заехать. Ага. Ну, с кумлей даже не пробивается. По тебе, да? Да. Короче, надо Эмили первого убивать. Потом я могу сейчас убить нормально, не подставляясь под семеру, в принципе, по идее. Окей. Просто что порта не зарядилась. Огонь. Все, да, проезжаю. Из 3 пробивает. Из 7. Неплохо. Арта, кстати, вот здесь была. Сейчас попробую ее увидеть. Давай. Не, не вижу. Пусто, тесно, голде. Угу, так и можете безнаказанно семеркой убивать. Реально, а ты, блин, без голды попробуй. Сами на MX-30-то. Блин, сколько мне пробить их, кстати? 200... Арта вот здесь стоит, и она меня стреляет. Вот здесь. 248. Окей. Семера что-то на меня смотрит. Смотрела. Окей, арта вот. Короче, я сейчас в карте проеду. Да, давай. Как-то тройку отвлечешь. Там по-любому старая стоит уже в кемпе. Угу, скорее всего вместе со львом и со всеми. Лицо мне раздробится. Я не знаю, арты, наверное, секунд 10 стоит. А, она вон она. Ну, блин, дай проехать, чучело. Хорошо. Фу, из 3. У них, смотри, сколько танков в центре. Да. В тышке. Блин, короче, да, стерва стоит. И борщ. Первый бор здесь. Окей. Ты меня подставляешь? Эх, ладно. Не, в мозг пробивает. Бывает. Обидно. Ну, по идее, можно вернуться, задефить. О, у меня альфа прошла. Потому что мы не пропушим, мы их не просветим, потому что да? Центр расстреляют. Да, 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 это прав. А, блин, а назад возвращаться тоже как-то не камильфо. Или куда меня пробили? А, в башенку. Паттон подъехал. Паттон хотеть. Да не, наверное, все же лучше вернуться. Короче, я немножко здесь поиграю. Да, давай, я вернусь. Удобная позиция. Блин, хотя надо тоже возвращаться, там у нас все умирают, что-то як тигр сейчас тоже умрет. Порш с фугаса 400 нанес урона. Это вообще легально было? Тебе фугасом 400? Да, 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 с фугаса 400. Ну, я это, значит, то пушка, значит. И попала куда-то неудачно для тебя. Да, вону, да. Так, там 140, лев. Сколько хп у 140? 1300. Нас это...
Это Шкода вернулась. Она стоит на кемпе, прикрывает. Тут 140, косарь 400 хп, типа много. Я убью льва бандом. Хорош. Супа скилл. Так, а по идее я могу к тебе сейчас приехать, и мы убьем 140 и задавим город. Так и надо делать, да. Давай. А, блин, сейчас тут. А может мы с тигром справимся? Не, навряд ли. Тигр едет упарываться. Блин, у меня походу, тут... Походу, безнадежно. Паттон вроде стоковый, кстати, 9-й. Короче, ты выживешь один? Давай. Ну, не-не-не, я его не убью. Тебе нужно помочь мне. Блин, сейчас еду. Попробуй откатить подальше максимально. Тут все плохо очень у нас. А, я его хорош. Повезло. Давай ко мне, Андрюха! Нет, СТРВ получил. Блэдсетиц. Ну чё, мы вдвоем остались. 100% побед. Здорово. 100%. Первый там 54 фуловая, Шкода фуловая, СТРВ фуловый, борщ фуловый. Паттон. Паттон я ему 2 дал. Короче, давай ты ущелье будешь охранять. Я здесь буду. Блин, ну не, у меня хп мало. Ну, может, наоборот, смотри, вот ты вот сюда можешь встать, где моя позиция, а я там буду. Тут просто давай. Есть кусты, ты можешь стоять, выживать. Я так тебе. Базу задефим чуть что. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тэшку пробую убивать. Угу. Ай, альфа. Серьезно, 330? Не пробил. Короче, давай сам. Я еду вперед. Блин, жестко. Давай прикрою. Хорош. Забрал. Тут Шкода сейчас будет фуловый, скорее всего. СТРВ может приехать. Давай сюда переедем. Да, забей да, на базу. Я еду к тебе. Я... Кумулей мало осталось. Блин, боюсь, что В2 может быть переехал. Может В2. Быть. Блин. Поехали? Да, ладно. Едем. Най. И с тобой. Двое, блин. Шкода с 54, наверное. Да, должен успеть. Можем не успеть. Трое, ну серьезно. А, нет, один проехал, блок. Сейчас будет. Двое. Так, чтобы они по мне стреляли. Короче, я буду подъезжать уже, надо на агрессивно. Давай. Это 4 на кумуле. Хорош. За 4 тонка, ну можешь попробуешь ей дать? Давай. Давай. Времени мало. Хорош. Танканул сейчас, одну. Сейчас есть танкануть еще. 2 танканул. Отлично. Пробую выезжать убивать. Давай, брат. Она КД. Я шотный. Окей. Играй. Здесь в уголочке здесь стоит. Нам надо с двух хорош. Дал. Сзади борщ. КД. А, фейл. Чувак, он на фугасах, борщ. Я надо было вперед. Не-не-не, так выцелит. Лучше на реакции вперед проехать. Зачем? Хорош. На 2 шота борщ. Угу. Можешь уехать. Он на фугас. Понял. Лучше буду здесь в приеме стоять.
Там, кстати, поехал, тут у тебя труп тигра хороший. На два шота? Да. Ну я ему один дал, у него меньше. Под калиберами? Да, да, под калиберами два. Окей, заряжаю под калибер. И фугас, аккуратно. Ага. Можешь его не просветить из-за кустов. Угу. Да не, нормально вот тут вот от трупа тигра пускай ошибается 4 минуты. Либо не, ты наверное, можешь... попробую поумнее сделать. А, понял. Но тут рельефы не очень удобные. Ты, или ты хочешь из кустов прямо? Я сбегать? Хочу уехать отсюда и из кустов сверху засветить. Я надеюсь, что у него обзор отстой. Я в засвете. Не-не-не, ты же еще засветишься. Не. Кусты, там только одни кусты, в которых ты можешь, в принципе, стоять. Если здесь, хотя у него может быть сетка. А там еще трупы же есть, да? Ой. Кажется, спалился. Так, ладно, он стоит на захвате. Надо просто приехать сбить. Нефиг выдумывать. В принципе, наверное, лучше под калибером ему играть. Не да, да. Фугас. Так. Он, скорее всего, за трупом СТРВ стоит. Так думаю. Воу-воу. В кустах в упоре. Там, ты можешь от трупа скорпиона отыграть. Подъехать туда, сбить и... Там труп тигра, скорпиона. Он стоит прям вблизи в упоре за кустом. Вот он. Там между тигром и вот этим вот трупом и будет дырочка, да, тут. Десять секунд пробуй от скорпиона, да, тут можешь выйти. Хорошо. Триста восемьдесят, может не пройти альфа. Хорош, лучше. Не знаю, у меня 9к. У меня 6. Блять! Нормальное начало. Бати в здании. Входим в игру аккуратно. Мы еще не готовы. Бля, у меня уже истерика, реально. Это очень жесткий бой. Блин, если бы я еще под этого борща не подставился, я не увидел, что ты шот еще из старого дал. Ну, что ты там справляешься.